Доброе утро. Сегодня у нас среда, 30 октября. Раннее утро. Мы быстро собираемся, поэтому завтрак такой быстрый. Все, что можно быстро приготовить. У нас сегодня доставки. Быстро кушаем и выезжаем. Всем хорошего дня. Погода за бортом дождливая, мокрая. И мне кажется, стало холоднее. Мы уже в машине, Лёша подкачивает колесо и едем на базу. Из хорошего: зашумела вода в трубах отопления. Может быть, вечером сегодня немножечко они потеплеют, было бы хорошо. Все, забрали заказ, едем. Синоним такой крутится про манюн.
как бы сейчас, как сказал бы, какой маню. Доставка выполнена. Отвозим сумки на базу. Выпьем там кофе. И куда едем дальше? Камеру храним. Камеру, да. Кстати, в РУПА у нас есть нашего дома. Написали, что батареи уже теплые. Приедем, будем в трусах ходить. Будет Ашхабад. Да, 100%. Сомневаюсь я в этом сильно-сильно. Коты первые поймут, где тепло. Будут там кучковаться. Так, мы уже в камере хранения. Я тебе говорила, что мы не будем через... Значит, заедем, возьмем штекера и поедем в ушный план. Хорошо. Микроволновка с работы моей тоже будем продавать. Вот камера. Тут нам ее при транспортировке стукнули. И вот царапина идет. Сатурн. Вот информация о ней. В 2013 году. В 2013 году мы ее купили, Люс? Ого. Восемьдесят пять литров. А микроволновка вообще в идеальном состоянии. Потом покажу. Да. Это получается, кабинет я открыла в 2020 году. Мы ее купили. Ну вот. 2 года мы ей пользовались, что мы там разогревали бутерброды. И все. Толком ей никто не пользовался. Мерси знакомится с отоплением. Мерси, тепло оттуда, да? Думаю, хорошее. Кстати, вот наволочка, которую мы взяли в секонде. Моя старая ортопедическая подушка, теперь на ней лежат котики. Она такая мягенькая-мягенькая. Все, ребята. Лёша поспускал везде воздух. Класс. Батареи. Ну, не то, что прям кипяток, но очень-очень теплые, горячие. Мы приехали в Ocean Plaza. Хочу сходить в Нью-Йоркер, посмотреть штаны. На работе холодно, хотя включают отопление, да, но на всякий случай хочу купить теплые штаны для работы, потому что возможно отключение отопления, отключение света зимой, чтобы не мерзнуть. Я заходила, смотрела теплые штаны на сайтах, где продается медицинская одежда. Сравню цены с обычным магазином. Если такие же, значит, закажу себе костюм теплый, либо в белом халате, либо еще есть там у меня сайт закрепленных. Потому что визуально он очень похож на обычный спортивный костюм. Такая же туника и такие же штаны, как в обычных магазинах. Только лейба приклеена, пришита, что это белый халат фирма. А так ничем не отличается. Потому что в обычных катоновых штанах мне холодно. Рошен радует нас декорациями своего магазина. Прикольная вязаная юбка, мягенькая такая, класс. 749 гривен. Так, что тут еще есть? Ой, какая веселенькая, это для Софии. Классная. 600 гривен серенькая такая есть. Прикольная.
Может, сон не понравится. Во сколько мы были на базе? Кофе пили? Ничего такое, есть белое. Я не помню, лишь 3, наверное, где-то было, 3 с чем-то. Такие коротенькие кофточки с длинным рукавом. Теплушечка. Ну, я такие люблю, теплушечки. Сколько она стоит? 1600. Такая мягенькая. Ну, это совсем молодежная, коротенькая, тоже такая же цена. Так, пойдем дальше. И, кстати, куртка. Я так и не купила в прошлом году себе курточку. А как бы она мне нужна тоже. Длинная куртка с капюшоном 3200. Угу. Ну, такое мне не нравится. Это короткое. Такое есть пальто. На пуху. 2300. Ну, и такое не хочу. Такое есть с замками, с накладными карманами. Ну, да, мех, конечно, не очень. Такая красота стоит 3700 аж. Я, наверное, не ценитель. Ну, вот, как пример, белые штаники. Не знаю, синтетика 100%. Накладной карман. Вверху резинка, завязки. Вот, пожалуйста, 900 гривен. Есть разные цвета. Есть жилетки с капюшоном, без рукавки. Вот такие. Не очень. Пижамки теплые, кстати, есть. Такая жилетка. 1400. Шапочки. Тепленькие, класс. Сколько такая шапочка стоит? 360 гривен. Это вообще недорого. Такая же беленькая есть. И серенькая есть. Мягенькая такая, да. Бежевая есть. И вот штанишки есть по 700 гривен. Ну, приблизительно такие и на медицинском сайте продаются. Вот есть пудра. Грязно-розовый, да, еще называется бежевый. Оливковый, коричневый. Вот оливковые можно померить. Ну вот, ребята, самые обычные штаны. Почему такой цвет оливковый? Потому что у меня вверх кофта рабочая тоже такого же цвета, зеленого. Так что беру такие штаны. Нормально. На сайте стоматологическом такие штаны стоят 900. Тут 700. Берем. Еще в Коллинз. Леша будет курточку мерить. Да, ты Коллинз. Сильная цена, конечно. Нормально. А мне для штанов он вверх есть, да. Зеленый. Капюшон только сними этот. Такая же куртка у Лёши есть уже от Коллинз, но она уже износилась, затерлась. Это такого же плана. Только здесь это... еще утеплитель есть. Это потеплее. Он может отстегиваться, да. Угу. Для машины идеально, да. Можно, кстати, больше размер. Она как-то тесновата тебе, да. В Коллинзе есть вот такое пальтишко. Ну, куртка удлиненная. 2000. Ну, она такая. Как раз вот на сейчас, не на зиму. Получше, да? Ну да, свободнее, да. Задом повернись. Да, вот это нормально. Угу. Традиция подойти к аквариуму. Большая рыбка отдыхает. Это самая большая, да, здесь? Я думаю, да. Тут, кстати, убирает аквариум, по-моему, мужчина в водолазном костюме, да? Угу.
классно. Че такое вытянутый? Что у тебя с камерой? Что у меня заебало? Скажи, что у тебя с камерой? Как шнекер, блядь. Вытянутый олцебык, блядь, какой-то. А тут, блядь, где мама? Что это? Как ноу, блядь. Я Лёшу сфотографировала. Лёша не нравится. Да ну что, ну гляньте, ну что это за камера? Телефон за, блин, денег много. Что это? Вытянутый что-то. Такой и есть. Худесенький. Нет, у меня лицо не такое вытянутое. Такое. Не рассказывай. Это что, кровь продается? Баночка крови. 200 миллилитров. Зачем? Ну как зачем? Хэллоуин. Черепушка. Глазик. Глазик антистресс. Все прекрасно. Это мы в А-шоп зашли. Почему все тетки на меня маленькие? Волос. Волос много. А теперь ваша любимая мелодия AC/DC. Классно, да? У него тоже такая была. Только без трасс. Прям такая. А в Ашане уже Новый год. Леша меня уговаривает купить наушники дорогие мне. Я какие не хочу. Дорогие, я дорогие. Не хочу. Зачем они мне нужны? Дорогие. Ты ценитель музыки, ценитель прекрасного. А мне это не надо. Мне лучше. Дорогие. Мне лучше вон. Смотри, Ля, какая штучка классная. Я там буду тебе вкусняшки готовить. Смотри, какая классная. Ну, только я не знаю эту фирму, какая-то непонятная. О, вот это класс. Вот это подарок. Ну, что это? Кушать готовить. Только ее хранить негде. Угу. Мясорубочка, вот, пожалуйста. 3500. Ладно, в Ашане уже полным ходом календари. Адвент. Шоколадный. Может, Соне купить такой? Соне надо же такой шоколадный дом? Или она не маленькая девочка? Нет, для нас она всегда маленькая девочка. Деда Мороза какие? У Деда Морозов она любит. Возьмем ей. Она не смотрит видео, наверное. Возьму ей такого Деда Мороза. Держи. А вот такого Деда Мороза возьмем. Там внутри конфетки. Зайчики, зайчики. А это год змеи, кстати, будет. Все змеи пошипят. Сними курточку. Вот такие маленькие киткатики есть. Прикольные. Милка. Конфетки. Так, что тут еще есть интересненького? Миньоны. Ого, Боб. И там очень много всяких. Тоже адвент-календарь. И вот такой. Прикольно. Это классические коробочки. Леденцы. Киндермиксы. Такой домик классный. Какому-нибудь ребенку такой домик подарить. Вместе с конфетками. Давай фото сделаем. Не хочешь? Я шучу. Ну да. Выбор большой. Конфет много. Так что бегом в Ашан. Товары презентуют новую упаковку. И что нас тут ждет? Так, черный чай с пылюстками квитив и ароматом шафрана. Дальше с фруктами, специями, ароматом ванили, карамели и яблока. Апельсин и виноград. И хурмы и мандарина. Ух ты, надо брать. Надо брать. Прикольно. 74 гривны.
Как ходить вообще? Давай, две. Я взял две. Пусть будет две. А что ты? Ты, наверное, разнервничался, да? Нет, жарко. Мандорка, лянь, по акции. И все три вида есть. Вот розовая. Леша мне такую когда-то дарил. Ну, я Ля, слышишь, и Айсти тоже недорого, 400 гривен. Ну, не знаю, дорого или недорого. Это нормальная цена, но не по акции. Подошло, это ж уже и игрушки, и украшения продаются, не только конфеты. Ничего не рано. Обалдеть, все. У меня уже хорошее настроение. Ой, какие красивые шары. Понял. Это со снегом. Домик прям так и хочется скушать этот пряничный. Прикольно. Нет, окажется, как будто до печенья. Вот эти украшения красивые. Они расставляют еще, видишь? Ну, как они? Да, тоже очень красивые. Там мишки, как мармеладки вот эти продаются, да? Прикольно. Они не упали. Ого, большие шары. На улице куда-то. Для больших, ага. Вон, на улице, елка, типа, эскимо. Откусанное. Прикольно. Много мишуры, бантиков, верхушки, гирлянды. И в Авроре я смотрела, попадалось мне видео с ТикТока, что в Авроре тоже уже выбор всего новогоднего завезли. Так что надо будет заехать в Аврору тоже посмотреть что-нибудь интересное. Это бобр. Курва бобр. Ля, она такая классная. Вместо подушки спать на ней. И это авокадик. Это не я. Если что, это звуки китов. Сейчас будут. Бати кита. Там... То мама была. Сейчас придет. Идет. После такого пивка хорошего идет. Как наши идут. Затяжной такой. Чтобы вы понимали, мне это надо записать. Я уже ищу, сижу, голову ломаю. Пишу, я вас, говорю, не понимаю, человек. Я нашел, говорю, так, говорю, я перелопатил уже интернет, это звуки китов. Она мне картинку скидывает, это девушка, говорит, или женщина. Да, говорит, тут это, говорит, ей надо записать. На диск? На кассету. На кассету. О, это такой молодой пришел. О, хорошо, но это не я. Это киты все. Тридцать пять минут. Ужас какой. У них там двери скрипят, что ли, у китов. Смазать некому. Вроде что в воде все. Ой, у меня уже живот болит. Не, я все понимаю, да. Ну, блин. Нет, скорее всего, с какой-то целью ей это надо. Не просто слушать. Ну да. Может, она где-то в этом дельфинарии работает. Не, может, она медитирует под эту музыку. Может. Так, это, горохового супа объешься и медитируй, блин. Господи, всю ночь медитирую. Побольше на ночь ешь, и отопление не надо, и под одеяло. Подожди. После того, как пообщаешься с людьми на работе, есть работа, где ты общаешься, так вот это, наоборот, расслабляет. Да? Да. Ты ж в коллективе. Когда работаешь, есть моменты, когда люди тебя за... надоели тебе, правильно? Ну, как бы бывает. Ну вот. А это вот отвлекающий маневр. Переключиться на звуки природы. Шум воды,
прибоя. Я слушаю, не слышу, не шум леса. Все, ребята, рассмешил вас Леша и меня посмешил. Все, будем укладываться спать. Завтра на работу мне. Это уже и поздно. Всем тихой и доброй ночи. Пока-пока.